Сегодня мы поговорим на сложную тему инвестиции в недвижимость. Ну, если на ваших взрослом, это как покупка дома, как вырастет в цене. Не просто тренд, а реально работающий инструмент. Инвестиции в недвижимость. Но если на ваших взрослом, это как игра на деньги. Но с большим выигрышем. Это как поиск сокровищ, но без карты. Но если опять на вашем взрослом, это как волшебное заклинание, которое делает ваш дом все богаче и богаче. Но помните, с великой наградой приходит и великий риск. Что же делать? Нужно обращаться к профессионалам, которые не только подберут нужный объект, но и покажут, как и когда найти реальную выгоду. И мы знаем такого специалиста. Знакомьтесь, Наталья Мельник. Уже 8 лет она работает в сфере недвижимости и помогает решать жилищные вопросы и вопросы долгосрочных инвестиций. Расскажет все о застройщиках и банках Ижевска и найдет лучший для вас вариант. Инвестируй в будущее.